Друзья, всем привет! Сегодня буду готовить куриные бедрышки. Купила 7 штучек, вот такие крупные только. Ну ладно. Еще понадобится, значит, лук, чесночок, картошку попозже начищу. Мне сейчас нужно их закинуть, обжаривать. Вот сковородка уже у меня нагрелась, пыхтит, тут стоит. И выкладываем вниз кофе. Не солила я их, без приправ, пока они у меня. В общем, выкладываем и обжариваем хорошо. Ну, вот так вот жарим на среднем огне, на хорошем таком, чтобы прям вот такая образовалась красивая румяная корочка. Потом перевернем и со второй стороны обжарим. Картошку начистила, нарезала вот на такие четвертинки вдоль и ставлю отваривать до полуготовности. В это время курица я немножко убавила, она тихонечко стоит пыхтить. Вот уже с одной стороны она обжарилась хорошо. Теперь переворачиваем. Вот картошку можно заранее это все вот проделать. В первую очередь чуть-чуть ее как бы отварить. Немножко. Не до готовности, а до половины, так сказать. Перевернули все. И теперь высыпаем сюда чеснок и лук. И еще немножко пусть все это стоит, обжаривается. Итак, окорочка у нас поджарились, лучок уже так хорошо потомился, чеснок специально туда вот прямо его вниз сделала под мясо, вот уже начало там поджариваться так все румяненько, чеснок раскрыл свои такие вкусовые, да, ароматы, картошка отварилась до полуготовности, вот она еще жестковата прям немножко. Теперь вот этот вот отвар картофеля, если солью в сотейник и разведем заливку, соус. Слила, получилось где-то половина литра примерно. Теперь сюда добавляю 2 столовые ложки томатной пасты. Картошку отваривала в соленой воде, уже хорошо соленая вода. Но чтобы у нас еще и курица просолилась, можно немножко чуть-чуть добавить все-таки. Вот так вот. Курицу уже мы не солили, чтобы она красиво зарумянилась. Соленая она будет давать сок и не будет румяниться. Так, а теперь добавляю куриной приправы. Вернее, не куриной, а приправы для курицы. Вот так. Где-то со столовую ложечку. Она тоже соленая немножко. Черный перчик. Вот так. С пол чайной ложки примерно. Все это хорошо вымешиваем. И теперь вот этим вот соусом. Конечно, можно добавить еще сюда, размешать. Ой, сейчас чихну. Ой, чихнула. Так хорошо. Ой, можно добавить немножко муки поджаренной со столовую ложку. Но я не буду, потому что картошка еще будет тушиться. Сейчас мы наверх выложим, зальем этим соусом. И если с мукой, оно будет просто, ну, как бы быстро пригорать, что ли. Вот. Если что, в конце я посмотрю, как это все. Ну, вернее, если много начистила картошки, вот, то можно чуть-чуть развести муки и прям вот в нескольких местах добавить. Итак, картошку выкладываем сверху на окорочка и заливаем соусом. И потом накроем крышкой, и все это у нас будет стоять и тушиться, доходить до кондиции нужной. Все, накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности. Итак, друзья, все это покипело у меня полчаса, все уже готово. Ничего больше добавлять я не буду. Проверила, ну картошка-то уже само собой уже все нормально. И курицу я проверила ножом, так воткнула мягенько все. Все, готово дело. Ну, теперь накладываем блюдо и пробуем. Ну, вот и все. Подавать можно с помидорами консервированными, огурчиком свежим. Картошка мягкая, естественно. Естественно, мягкая. Теперь посмотрим курицу. Тоже мягкая. Нежная. Вот такая. Все вкусненько. Ароматно. И нежно.
Курица хорошо просолилась от соуса. Картошка приобрела такой цвет красивый. Все в меру солено. Все вкусненько. Пробуйте, делайте такой рецепт. Собственно, ничего тут страшного и необычного. Быстро, вкусно, аппетитно. Все, с вами была Наталья. Всего вам самого наилучшего. Если вы еще не подписались, подпишитесь. И обязательно нажмите на колокольчик. Я недавно посмотрела аналитику по каналу. И у меня 87% зрителей без подписки. Так что подписывайтесь. Просто там нужно нажать на кнопочку «Подписаться» и рядышком колокольчик. Нажали на колокольчик, выбрать наверху «Все», чтобы колокольчик стал темный. Тогда вам будут приходить оповещения о новых видео. Все, всем пока!